Привет, уважаемое сообщество! Сегодня у нас очень важная и полезная тема для новичков. Особенно тех, кто недавно купил себе новый принтер. Ведь зачастую заводские принтера идут укомплектованы тефлоновым термобарьером, при неправильной сборке которого в итоге мы получаем дефект недоэкструзию и пробку. И с такой проблемой новички сталкиваются ежедневно. Об этом мне говорит наш телеграм-чат 3D Help Чуча ТВ. Кстати, друзья, вас также приглашаю в наш телеграм, потому что нас уже более полторы тысячи человек. Он работает в режиме онлайн. Всегда на связи, то есть в любом случае кто-то есть на связи и может вам помочь, подсказать в решении той или иной проблемы. Но это касается не только владельцев летающих медведей, но и всех остальных 3D принтеров. Итак, друзья, как же правильно собрать наш хотенд? На примере возьмем вот такой вот E3D V6 от Mellow Store. Обратите внимание на конструкцию радиатора. Он у нас полностью сквозной, то есть тефлоновая трубка 4 мм пролазит насквозь. Точно так же, как у того же MK8. Но МК-8 используется гладкий термобарьер, а у нас, видите, резьбовой, так как в радиаторе нарезана резьба. Первым делом закручиваем наш барьер до упора. Также не забываем о фитинге. Он может быть вот таким вот пластиковым, а может быть и металлическим. Прежде чем установить тефлоновую трубку, нам нужно ее обрезать. Желательно сделать это очень красиво и точно, чтобы был угол 90 градусов. Ведь внутри нагревательного блока, в данной тефлоновой конструкции, тефлон должен соприкасаться с нашим соплом максимально точно, чтобы не было никаких зазоров, никаких перекосов. Ну вот, к примеру, вы отрезали криво. Соединить эти два узла не получится. В щель, которая у нас получится, начнет вытекать пластик. И через резьбовое соединение будет выдавливаться наружу. Будут наплывы и остановка печати. Если вы отрезали ровно и правильно собрали, то ничего нигде не будет протекать. Не нужно смазывать никакими пастами, накручивать какую-то фум-ленту. Кстати, уважаемые новички, я изначально вам рекомендую сменить тефлоновый термобарьер на биметаллический. Потому что он работает со всеми абсолютно видами пластика. Он не боится перегревов, в отличие, например, от того же тефлона, у которого критическая температура начинается от 255 градусов. Например, ну, у вас плохо откалиброваны пиды, температура поползла вверх и в итоге ваш тефлон немного подгорел, деформировался, отверстие заузилось и, соответственно, появилась пробка. С биметаллическим термобарьером таких проблем не будет. Главное правильно хорошо стыковать между собой сопло термобарьер, а дальше получать удовольствие от печати. Тефлоновый термобарьер это обычная резьбовая трубка резьба М6 и резьба М7. В отличие от биметалла, носит функцию всего лишь опоры. А основную роль играет у нас именно тефлон. Так что перед тем, как устанавливать тефлон в термобарьер, обязательно нужно его отрезать максимально ровно. Для этих целей можно воспользоваться канцелярским ножом. Но сразу хочу сказать, это неблагодарное дело. Потому что идеально выровнять вот так вот нож, чтобы он максимально точно отрезал, очень сложно. Все равно будет какой-то перекос. Можно, конечно, в Китае купить вот такой вот инструмент. Давайте я вам покажу, как он работает. Вставляем тефлоновую трубку, немножечко поджимаем и крутим. Просто прокручиваем тефлоновую трубочку. И вроде как мы отрезали под 90 градусов. Да, с первого взгляда очень ровно. Но если присмотритесь ближе, видите, появилась вот такая вот заусенца. И поверхность у нас не идеально ровная потому что вот такой вот нож не может очень точно отрезать по окружности. Как вариант можно в Китае купить обрезать от тефлона, который будет получше, чем вот такой вот желтый, синего цвета. Но, к сожалению, у него тоже есть свои недостатки, так как отсутствует поджим. И любой перекос тефлона приводит к тому, что у нас меняется угол. Не получается 90 градусов. В начале видео вы видели презентацию тефлонореза, который разработал специально для вас, именно для новичков. На мой взгляд, это очень интересная конструкция. Здесь у нас присутствует специальный прижим. Он нужен для поджимания тефлоновой трубки. Тем самым мы трубку выравниваем в плоскости, а также и специальный рычаг для подрезания. Сюда мы вставляем обычное лезвие от канцелярского ножа. Отламываем маленький кусок и аккуратненько вставляем в специальный паз. Он подогнан максимально точно. При необходимости можно поджать еще винтами М310 и с обратной стороны гайками М3. Мы поджали с вами тефлон и аккуратненько отрезали по размеру. В итоге получили, обратите внимание, красивый угол 90 градусов. Именно то, что нам и нужно было получить. При этом поверхность без заусенцев максимально точна. Давайте покажу, как его собирать. Он состоит из трех частей. Сюда оставляем наш поджим. Я специально просчитал такие зазоры, чтобы у нас все было максимально плотно. С этой же стороны мы поставим рычаг. Для соединения наших элементов я буду использовать 3 мм велосипедную спицу. Отрезал вот такие вот два штока. Можно, конечно, вместо него использовать обычные винты М335. Теперь все смотрится как заводское. Остается только поставить кусочек лезвия. При использовании этого девайса и подобных ему есть одна особенность. Им нельзя подрезать немножко трубку. Нужно, чтобы трубка была, заходила хотя бы на 5 мм вглубь. Тогда рез получится максимально точным и перпендикулярным. С чем это связано? Очень просто. Когда трубка находится вот так вот на краю, происходит давление так как канцелярский нож имеет двухстороннюю заточку. Та область тефлона, которая меньше, она будет отклоняться больше. Та, которая длиннее, отклоняться меньше. И в итоге мы не получим угол 90 градусов. Давайте я вам покажу на примере. Вот, вот обратите внимание, друзья, есть небольшой уклон. Поэтому тефлоновую трубку нужно закладывать в этот девайс как можно дальше. И тогда будет рез максимально точным, максимально правильным. И даже в этой ситуации я нашел выход. Если использовать, например, не двухстороннюю заточку, а одностороннюю, как у стаместки, то тогда мы получим максимально точный рез, даже при мелком подрезании. К сожалению, в интернете я не нашел одностороннее лезвие, поэтому решил его сделать сам. Я взял кусочек лезвия от ножа. С одной стороны оно заточено с двух сторон, а с другой стороны оно тупое. И вот эту вот тупую часть я с одной стороны просто заточил на наждаке. И получил вот такую вот интересную двухстороннюю конструкцию. Одна сторона у нас с двухсторонней заточкой, а вторая сторона, видите, здесь гладко, а здесь заточена. То есть односторонняя заточка. Давайте вставим и проверим, как работает. Проверяем, люфтов никаких нет. Устанавливаем нашу трубочку практически на самый край. И делаем подрезание. Поджимать не буду, чтобы вам было наглядно видно. И вот, пожалуйста, друзья, 90 градусов по всей окружности. То есть, благодаря тому, что у нас одностороннее лезвие, можно легко подрезать даже маленький кусочек тефлоновой трубки. Теперь ради интереса давайте попробуем разрезать пополам и посмотрим, что произойдет. Обратите внимание, что когда мы отрезали большую часть тефлона, у нас поверхность стала кривая. За счет того, что у нас односторонняя заточка. То есть, грубо говоря, я сделал себе два девайса: один с двухсторонней заточкой для отрезания больших участков тефлона и с односторонней заточкой для подрезания тефлона. Ссылочку на этот замечательный девайс скину под видео в описании и размещу в своем маркете. Поставлю символическую стоимость только для того, чтобы отсеять тех людей, которым этот девайс по сути и не нужен. Итак, ребята, мы возвращаемся к сборке нашего хотенда. Теперь мы отрезали очень ровно и правильно нашу тефлоновую трубку. И проблем с пробками у нас уже не должно быть. Но на этом еще не все. Вставляем тефлоновую трубку до тех пор, пока она не выйдет за пределы нашего термобарьера. И здесь очень важный момент нужно понимать, что наш фитинг может двигаться вперед и назад. С учетом этого отводим тефлон назад и оставляем буквально 0,2-0,3 мм запаса, чтобы тефлоновая трубка у нас выпирала. Сопло при вкручивании ее полностью подожмет. Если у вас, например, стоит металлический фитинг, то там внутри находятся зубцы, как я говорил. И они должны хорошо вгрызться. Если вы назад не подожмете тефлоновую трубку, то есть, грубо говоря, не сделаете здесь запас, то в процессе печати наш тефлон сместится немножко вверх, так как будет вгрызаться все глубже и глубже в эти зубцы, и, соответственно, друзья, он опустится, и у нас возникнет зазор между соплом и тефлоном внутри термобарьера. В этот зазор, естественно, будет набиваться наш филамент, и сам же себе будет препятствовать. Это и называется пробка. Чтобы этого избежать, тефлоновая трубка должна быть в постоянном напряге и хорошо поджата к соплу, чтобы не было никаких зазоров даже после того, как произойдет процесс нагрева, в результате которого тефлон тоже может немножечко подсесть. Поэтому запас в 0,2-0,3 мм обязателен. Теперь можно смело накручивать наш нагревательный блок и поджать хорошенько соплом. Когда будете закручивать сопло, вы почувствуете, что оно уперлось в термобарьер. Но при этом при закручивании вы будете чувствовать нагрузку. Это будет говорить о том, что наше сопло поджимает тефлон и тем самым выбирает все зазоры. Вот теперь, друзья, наш хатен собран правильно. Никаких пробок, никаких забиваний быть не может. Здесь у нас будет все работать просто идеально. Но еще раз повторюсь, чтобы не мучиться с установкой тефлонового термобарьера, купите или биметаллический термобарьер, или цельнометаллический титановый, или комбинированный титановый плюс медь. И в итоге получите и хорошее качество печати, и работу со всеми видами пластика без исключения, в том числе и высокотемпературными, такими как АБС, карбон, нейлон, у которых температура печати свыше 250 градусов, где работа тефлоновой трубки находится на пределе. Надеюсь, друзья, это видео поможет вам в 3D-печати. Не забудьте поставить лайк. До новых встреч. Пока.